Скользкие дороги доставляют массу неудобств жителям 71-го микрорайона. Несколько дней назад программа «Автопатруль» уже показывала этот замечательный участок дороги по улице Ватутина, где машины не могут проехать без потерь. Дорожники спустя всего лишь одни сутки приехали, засыпали песком и, казалось бы, должно стать лучше, но нет. О том, что дорогу необходимо сначала полностью очистить от льда, дорожники, видимо, забыли. Хотя бы посыпали песком, уже хорошо. Соседние улицы, по словам местных жителей, также нуждаются в особом внимании коммунальных служб. Каплунова, 23. Дом, который летом утопает в грязи, а зимой здесь невозможно проехать. Легковые машины ломают бампера, калечат подвеску. Один из жильцов 23-го дома предположил, почему так происходит. Просто они отказались от ТСЖ, жители этого дома. И все, как бы, ну, они сами хотели скидываться, ремонтировать дороги. Ну, видать, что-то не пошло. То есть, если же нет, никто и город ремонтировать дороги не будет. Ну, такое и будет. А это течет откуда-то или что, из-за чего это? Да нет, просто были дожди. Это после дождей все здесь замерзло просто потом резко. Ну, и все, и такая чача. Жильцы по Каплунова 23 поясняют, что управляющая компания, которая заведует домом, есть. Имя ей 71-й микрорайон. Но денег конкретно у этого дома нет, поэтому люди мучаются. Как долго это продлится, неизвестно никому. На соседних улицах тоже не все так гладко. Ямы, грязь и лед, но все познается в сравнении. И в сравнении с этими участками, на остальных придомовых дорогах просто отличная дорога.